Рензор, это гениально! 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 Смотрите, можем использовать только бинты. Вот, надо выбрать какую-то нормальную пушку. Не знаю, давайте возьмем... Капец, аптеки, идите вон. Переобулся. Топ-1 с обрезом. Ну, мужики, ну это реально редкое оружие. Я не знаю, я его пытался найти, вот как долго, да? Ну, помните, долго, реально. Вот все. Трехардим с обрезом в этой катке. Я не знаю, как это делать вообще сейчас. Ну, я попробую. Это худшее оружие в этой игре, кстати, к слову. То есть хуже не придумали. Пока что, ну, арбалет. Арбалет еще плюс-минус. Не, ну арбалет, кстати... Нет, арбалет еще может. Да, обрез худшее оружие в этой игре. А спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ну и супер новости насчет моего промокода. Теперь мой промокод от 1x дает вам бонус до целых 32 500 рублей на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Так, что это ставится? Нет, только чокбор ставится, это понятно. Ой, я сейчас буду... Блин, я что-то заряжен, подожди, я в кондициях. Походу, топ-1 с обрезом сейчас будет. Детектор надо еще найти. Да, в натуре детектор еще найдем. Все, это будет именно жестко. Нет, нам нужен же... Да, детектор, все. Просто найти детектор, давайте. Найдем его и выиграем. Блин, детектор имба в натуре, да? Не, мне прям нравится реально. Детектор класс, детектор круто. Именно бомба. Не, четко. Сними ведро беспонтовое. У тебя есть секунд 15 извиниться за это сообщение. Чокбор, все. Раз колба, самый лучший жесткий обрез. Ротиратуру. Территуру. Блин, вообще бомба геймплей, реально классно. Я прям бегаю, кайфую. Вообще. Восьмерочку сейчас возьмем и прикрутим к обрезу. Мне кажется, восьмерка больше, чем обрез, но это на самом деле. Что думаете? Ну, по-любому длиннее, да? Ну, практически, наверное, в такую длину. Блин, как же обрез выглядит уверенно. Ну, то есть он маленький, да? Но он капец, он именно уверенный. Но он же вообще не дамажит, какая это параша. Он, вот, блин, бегаю с пушкой и понимаю, что я никого с него не убью. Но это вот, знаете, такое разочарование, конечно, в моменте испытывать. Играл уже на новой карте, где 30 человек. Новой карте? Хейвен? Это не новая карта, это старая карта. Ну, то есть она была в игре давно, относительно. Но она говно, говно. Это худшая карта, которую вообще могли придумать разработчики. То есть это именно... олицетворение их слабоумия. То есть это пруфы. То есть если вот, допустим, один говорит, папка, разработчики слабоумные, другой говорит, пруф они. И этот чел просто показывает ему Хейвен. И они лучшие друзья просто. Понимаете, о чем я, да? Дрончик. Ой, патрончиков вообще достаточно. Это все, берем машинку и едем отсюда. Так. Все, бегу к дороге, мне пофигу. Понимаете, вот типы умирают, челлендж выполняется. Челлендж выполняется. Мне вот когда там один останется, два точнее, вот это будет последний противник, мы его убиваем, все, челлендж выполнен. То есть, чем больше типов сейчас там откидывается в этом чате, тем мне радостнее, тем шире моя улыбка. А ну что, проверим, можно ли стрелять с эмотика. О, можно! Ой, мужики, это сейчас... Бля... Это настолько не дамажит? Ну я сейчас просто, я буду убивать год, реально. Ну смотрите, смотрите. Кстати, можем подъехать прям очень близко, да? Ну да, на именно расколбасить агрессивно. Драйв-бай что-то, чтоб все было. Промазал два раза. Не вариант, реально раз... Ну я объективно понимаю шансы, блин, парни. Ну задуши, да? Или надо душить? Не надо показывать слабость, да? Все, работаем.
Я как-нибудь сейчас его обыграю. Блин, я могу просто подпушить. Класс. Чепуха это твоя грандозона, понял? Вообще не трогает меня. Не задело. Еще флешка. Улетай. Уверенно, абсолютно уверенно, без каких-либо шансов, я думаю, он грустит. Он, наверное, уже вышел с этой игры. Но это правильно. О, детектор плюс дрон! Это жестко, все, это жестко. Я с этим играть буду сейчас дальше, поехали. Короче, давайте как тактики работать, все, броса пушить не буду. То есть у меня есть детектор, у меня есть дрон, блин, трендец, ну я могу... У меня весь раскид есть, я могу перехитрить как угодно вообще. У меня вообще все, все доступно, все, что есть. Давай возьмем позицию, будем перехитрять всех вообще, погнали. Вот так вот, под заборчик подъехали, взяли детектор, детектор вот так вот, пропикали, пропикали, дом чист, все, берем мотоцикл. Вот так вот, заезжаем. Ставим во дворе, как это просто наша территория. Еще детектор пропикали, пустенько, отлично. Заходим в домик. Есть ли настроение позитивное? Берем вот так вот. Вот так вот, шик. Можем просто полетать. То есть, ну, расслабончик, да, допустим, поймали, полетали. Ветерок, погода хорошая. Все, можем себе позволить. Ну вот, все, маста эффектив, как бы посмотрели, классно, четко, обратненько вернулись на базу. Это моя новая база в PlayerUnknown's Battlegrounds. Надо, ну, басик наполню потом, то есть воду отключили, просто пока не могу. А, едет кто-то! Кс-кс-кс-кс. Давай-давай. Браток, ты застрял, я так понимаю, там? Ну ты лошпед, конечно. Так, помогу тебе. Кс-кс-кс. Так, спокойненько, пропикали. Никого нет, ты отлично. В домик спокойно. Чик. О-о-о-о. Вот оно, едет кастрюля. Пусть едет. Блин, обалдеть. Я еще саблю хочу в этот набор. А, ну сковородка есть, смотри. Будет за место сабли такая именно. Ну она четкая, кстати. Вот так выглядит. Туру-туру. Дрон. Погнали, полетаем что там. Не, ладно, это на самом деле вся фигня, надо сваливать, я думаю, да? Да, то есть мы тут всем показали, да, свои оборудки, вот эти всякие приколюхи. Да, эффективно, согласен. Поехали отсюда. Следующая база, блин, классная база, на самом деле, мне ее реально жалко покидать, то есть я именно грустить буду. Реально. Едем в новую. Вот моя новая база. Если вдруг кто-то хочет сказать, что эта база выглядит хуже, чем моя прошлая база, вы не имеете права этого делать. Тут никого нет, смотрите, безопасно, безопасно. Вот так выглядит помещение. Вы ничего не подумайте, но у меня, как бы, видите, тактический набор такой в инвентаре, хоть его и нет. Пропикали, эффектив, маста эффектив. Чик-чик-чик, никого вообще, смотри, нормально. Блин, можно на самом деле арену пойти под... Блин, я могу вообще слетать на арену, я могу себе это позволить. Точняк, я могу себе это позволить. Погнали. Так, сейчас главное, чтобы он тут где-то запустился вообще. Не удалось, но ты мразь. Извините за оскорбление различного характера. Блин, ну просто смотрите, тут... Да меня видно тут, ну блин. Ладно, рискую. Рискую.
Полетели. Если завалят, я... Ну, я, блин, я расстроюсь сильно. О, вижу, вижу, вижу. Цель помечена. Не, я могу его убить на самом деле. Если у вас по какой-то причине не получается пополнить Steam, то Steam-off — это решение. В описании ссылка на этот сайт и промокод, который уменьшает комиссию при пополнении. Тринец, а как вот тут выживать? Это что за вообще мусорная точка? Пропикаем сейчас. Парни, а как вообще, нормально? Ну, типа, донат, шрифт нормально? Ну, то есть он... вот так комфортно, видно? Что там? Что-то есть там? А, давай! Пикай еще раз! Отлично, цель найдена! А вот эта хрень, зачем это было, что это? Блин, что за граната, слышишь? А у кого-то есть? Не знаю, блок, подожди, он исчез. О-о-о. У него, наверное, мантия-невидимка от этого радара какая-то есть, да? И мой радар не может его засечь, а его радар меня засекает. МБ-МБ. Так, а ну. Куда ты делся? Не все так просто. Я эффективный боец, у меня еще дрон есть. Замрем в воздухе. Прям над ним замерли, смотрите. И у нас как раз таки дрон, считай, палит его позицию. Шадрон на карте отображается. Пик-пик-пик-пик-пик-пик, двигаемся. Уже лицезрею противника именно воочию. Еще раз пикни. Хорош! Размен. Такой нравится. Хорош, спасибо. Что за радар? На Alt F4. Такой появляется у каждого. На самом деле, на этой карте вот такие можно найти просто в луте. Украдено из одной немалоизвестной игры. Call of Duty. Прямо оттуда скачали и сюда. Сюда загрузили. Благо, у них скорость интернета позволяет это делать. Это радостно. Это всегда добавляет позитивных эмоций. На ментовскую тачку нет. Куда ты слышишь? Давай, 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 давай. Эффективно. Ну ладно, на самом деле я понимал, что дамага не будет. Вот единственное, чего я не понимаю, да, это как вот что-то... Моцик есть, кстати. Блин, просто можно, смотри, можно пробить ему колеса. Было бы как бы чем. Да, нечем вообще, абсолютно. Чтобы радар работал на всю карту, нажимай Alt F4. Охренеть, это неплохо. Неплохой бой, это реально. Ну, на самом деле, хреновый, реально слабый, я не повелся. Подожди, момент, момент. Я думаю, это важно, я думаю, это важно. Я думаю, это переломный момент. Смотрите, я про кое-что забыл, и я ради этого вернусь. Я не пролутал труп. Типа, которого я убил, вдруг у него был раскид. Если у него был раскид, то он нам очень нужен. На самом деле, память, как правило, не позволяет найти, ну, типа, где я его, вот, ну, вспомни, да, где я его убил. Но я вроде вспомнил. Дрончик! Родной, я про тебя забыл! А ну давай, обратно. Вернись, это вот он. А, его че... Его перешибли вообще. Ничего, ничего, я тебя починю.
Вот. Триндец, переломный момент катки, я вам что говорил. Так, бустимся, подожди. Сейчас я еще что-нибудь натырю. Блин, гранат вообще кайф. Больше не влазит, 23 патрика выкинем. Отлично, вот, все, сойдет. Гранат 5, это то, что именно нам нужно. На обрез патронов тоже хватит, я думаю, нормально. Мы именно должны сейчас тактически выиграть. Блин, что, посреди поля оставаться или как это вообще решать? Блин, домик уверенный. Блин, он мне реально нравится, он мне именно симпатичен. Надеюсь, что он симпатичен только мне, никому больше. Да, на самом деле... Я уверен, такой дом симпатичен только мне. Стрит тут вообще ужасная позиция. Понятно. Ну это, блин, пофиг пока что. Вот это уже именно агрессор приехал. Нормально. Он уже чувствует себя немного некомфортно, думает, что за дебил с обрезом. А теперь в этом доме два противника, да? Подожди, один... А, он просто пробежал мимо. Не, он остался под домом. Так, ну дрон запускать мне объективно пока что негде. То есть нужно пока вот так просто двигаться, мониторить именно ситуацию. Чувствовать все. Топ-8. Не, это реально прикольно, это реально классно. Топ-7 уже, смотрите. У нас только обрез из оружия, которое дамажит. Ну и раскид. Все. Must effective. О. Какой я, ну слабый реально. По гранатам именно отбой. А, ну он перебежал, ладно. Пофиг на него, короче, все, пусть сидит, пердит. Оставим гранат на потом, мы что, зря их лутали, что ли? Блин, нормальный дом, реально хата четкая, база топ. Ну посмотрите, мы тут именно все можем контролировать, все направления. Единственное, что может пойти не так, если, ну, как-то будут пушить там, не знаю, одновременно несколько типов. Это тогда будет не круто. Капец, у вас, наверное, уже голова загружилась, да, пока я бегаю по этому кемпу. Но это именно тактика. Я вам серьезно говорю. Я пришел сюда за этим челленджем, я его выполню. Жестко. Инстрикты реально дикие. Да блин, говно. Не сработала граната, не понял. О. О. А за каким забором, подожди? За ближайшим. Он сам себя подорвал. Когда он увидел, как я кидаю гранату, он такой: охренеть! И ЧК выпадает, он стоит замер просто. Жесть. Что?
Я жив. Главное еще пожить. Один противник! Кто ты? Где ты? Парни, это именно казино. Сейчас именно казино, понять в каком направлении и спрятаться за нужным деревом, иначе просто убьет стычки. Казино! А у меня есть... У меня есть прикол. Теперь крыс находить проще, да, когда есть такая чисто штука? Сейчас найдем. Ага, ну все, уже и так поняли все. Так, гранат натырили, 3 грены. У нас сейчас имеется. Это было. Ну, парни, я кидаю репорт, на самом деле. Топ-2, уверенный, как бы, я извиняюсь. Но я вообще не должен был бежать, он не должен был смотреть. Ни одной в тело, ни одной в ногу, ни одной в пузо, ни одной не промазал.